Прямой эфир начался. Ребята, мы решили исправить самую главную оплошность уходящего года. Все остальные просто кажутся мелочью. Это то, что мы мало выходили в эфир с женой. Поэтому выходим и хотим... Ну, знаете, вот много очень жалоб что-то на 2020 год. Вот прям реально отовсюду. Но очень многие хвалят, кстати, 2020 год. И вот мы хотим присоединиться к партии тех людей, которые 2020 год хвалят. Как у вас? Вы напишите в комментариях. Вы бы похвалили или поругали этот уходящий год? Видите как? Дело в том, что мы каждый год, следующий год желаем, чтобы он был лучше предыдущего, что он был той-сякой. И вот мы ожидаем чего-то еще самого лучшего и так далее. Но на самом деле лучше или не лучше сделаем мы с вами. И вот хотелось бы, чтобы все подняли тост за то, что ни происходит, оно все к лучшему. А оно почему так к лучшему? Потому что мы это делаем к лучшему. То есть мы из всего, что происходит, делаем лучшее. Лучшее для своего опыта, для своей души. Ну, вы знаете, да, что кто не сделал нас, кто нас не убил, тот сделал нас сильнее. Поэтому будем считать, что 20-й год нас не убил. Вот мы здесь живые, здоровые, и он сделал нас сильнее. Испытаний было много, не будем перечислять, все знают прекрасно. Вот. Но ковид, конечно, позволил многим людям, ну, кто-то упал вниз, а кто-то, их хочется надеять больше людей, надеяться, перестроились. Смогли из этой привычной колеи выйти на что-то более ну, важное, нужное в этой жизни. И мы хотим пожелать, чтобы в 2021 году, какие бы там испытания ни были, чтобы вы смогли их обернуть в пользу для себя. Вот. Вот. Потому что виртуальная жизнь наступила тогда, когда ее никто не ждал. Все ждали там в 30-м, в 40-х годах там она виртуализируется, да? А она раньше наступила и приблизилось это будущее. Вот. И то, чего не избежать, его не надо отгонять от себя. Пусть оно придет еще быстрее, мы его быстрее освоим. Вот, это такой моя часть теста. Я думаю, что этот год действительно научил принимать, что бы ни происходило. А если мы принимаем, то у нас получается... адаптироваться, принять и действовать в новых условиях. Все, что ли? Да. Моя гениальная, талантливая жена. Ну, коротко и сжато, а я все так разглагольствую. Ребят, мы очень хотим в комментариях, ну, конечно, не сегодня, сегодня вообще, наверное, вряд ли кто посмотрит эту трансляцию. Эфир забит поздравлениями, но после Нового года. В Казахстане сейчас 12:02, кажется. Нет. А 3 часа, что ли? Да. Вау, так мы в самый раз, что называется. Так вот, напишите в комментариях, что для вас был 20-й год и что вы ожидаете от 21-го. Ну, а мы поднимем тост с уходящий. С Новым годом! Давай дзинкнем вон пустым стаканчиком. О, класс. Вон, кнопочка завершить.